Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Центр Макор на YouTube. Я Владимир Фойгельман и наша программа «Все о яичнице», где мы встречаемся с разными людьми, разговариваем на различные темы и узнаем о любимых рецептах яичницы наших героев. Итак, наш Центр Макор поддерживается Еврейской Федерацией Массачусетса, спонсорами, донорами, такими же, как вы, и зрителями, такими же, как вы. Если вы хотите нас поддержать, пожалуйста, сделайте это на centermakor.org. Вы можете увидеть здесь надпись, а также подпишитесь на наш канал, сделайте лайк и можете также subscribe и сделать share этой программы. Если вы хотите поддержать Центр Макор, опять вы можете это сделать на centermakor.org. А сегодня у нас в гостях удивительно, на мой взгляд, человек, прекрасная женщина и очень хороший собеседник, с которым мне удалось познакомиться сначала виртуально, как сейчас в основном это делается в нашем постковидном мире. И затем я все-таки получил большое удовольствие встретиться непосредственно с ней здесь у нас в Бостоне. Итак, я вам представляю нашу гостью сегодня, Ольга Голлер. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Оля живет в Израиле. Вы понимали, откуда сейчас, о чем пойдет речь. Ольга живет в Израиле и является... Я буду говорить женой, хорошо? С вашего разрешения. Женой очень интересного художника израильского. Но об этом вам все расскажет сама Ольга. И сейчас первый вопрос, конечно. Оля, пару слов о себе, о вашем муже. И потом мы еще поговорим немножко о современной обстановке в Израиле с точки зрения самих израильтян, не политиков, пожалуйста. Итак, Ольга Голлер. Доброе время суток всем. Спасибо, что присоединились к этой прекрасной передаче. Спасибо, Володя, что соединились. И я родилась в Москве в 1956 году. А в 34 года созрели мы, это был 1990 год, и переехали всей семьей с двумя детьми в Израиль. Так что можно сказать, что я ровно полжизни, 34 года, вот 3 мая будет ровно пол моей жизни, я живу в Израиле. Полжизни прожила и родилась в Москве, да. Вот такая магия чисел некоторым образом. И в Израиль мы приехали, ну что, сразу ищешь свое место под солнцем. И дети были маленькие, 1,5 года и 6 лет. И детям тоже было нелегко, кстати, и акклиматизироваться. Как выяснилось, дочка наша до 3,5 лет не разговаривала вообще. У нее такой редаунлоудинг происходил, как бы запускалась новая программа. В 3,5 года она заговорила все и сразу. А сын сначала отказывался ходить в школу, потому что... В Израиле все можно детям, и нет такой дисциплины, как детки сидят сложенные ручки за партами. В Москве он прошел уже 1 класс, и он отказывался ходить, говорит, они так шумят, что, в общем, мне там ничего не понятно. Но в результате сегодня это взрослые люди, совершенно созревшие, зрелые личности и абсолютные израильтяне. И мне повезло, я думаю, что потому что я довольно быстро нашла работу, вернее, работа нашла меня, но поскольку я биолог по образованию и работала в Москве в очень крупной клинике, это довольно известный онкологический научный центр на метро Каширская, так его и звали Каширка, и поэтому я искала работу в больницах, в университетах, и вот одна из больниц, одна из крупнейших больниц в Израиле, Тель-Шомер, позвонили мне и пригласили на интервью. Ну, я пошла на интервью, иврит я знала весьма вот на уровне нескольких предложений, хотя мы в Москве его старались учить, но, как вы понимаете, язык невозможно учить без погружения. И меня пригласил директор больницы и поставил передо мной коробку из стерильных перчаток и спросил, знаю ли я, что такое банк корния банк, банк роговиц по-русски. Мне даже сегодня будет трудно эти все слова произносить по-русски. И вот эту вот всю... Конечно, я ничего не знала, но мои друзья мне сказали заведомо, ты ничего не говори, ни на что не отвечай нет, говори на все да. И поэтому я сказала да, но я понятия не имела, что такое корнебэк. И вот передо мной поставили коробку перчаток стерильных, и на следующий день мы поехали ни много ни мало в Институт судебной экспертизы в Тель-Авиве с моим новым боссом. И это было страшнейшее учреждение, надо сказать. И у меня такое ощущение было, что камера Феллини вообще снимает фильм про кого-то непонятно, только почему здесь я. Но это стало моей профессией. 25 лет я заведовала банком по пересадке тканей в этой больнице Тель-Шомер. Это целая история. Да, и судьба меня свела лет 18 назад с очень интересным человеком. Вернее, опять-таки он ко мне пришел. Он меня нашел, и моего Арье Перельман, он стал моим мужем. Ну, в Израиле судьба по-разному, людей складываются. Каким-то образом я с детьми втроем жила, и вот потом меня нашел этот человек, пригласил в свою жизнь. Он был на то время остался вдовцом, и где-то видел он меня в этой больнице Тель-Шомер, потому что его покойная жена там проходила очень серьезное лечение. И мы прожили с Арье больше 10 лет. Мы дали друг другу очень много. Это был потрясающий урок моей жизни. Это был удивительно харизматичный, яркий, абсолютно ни на кого не похожий человек. Он был и бизнесмен, классический израильский бизнесмен. И он был еще и художник. Как интересно, в нем эти два качества сочетались, потому что в бизнесе он был довольно жестким бизнесменом. А картины, которые он писал, были удивительные, какие-то и космические, с какими-то удивительными фантазиями. Потом он перешел на портреты людей, которые молятся, людей разных конфессий. Это была очень интересная серия, да. Давайте я сейчас покажу несколько картин Арье. Вот мы сейчас покажем. А теперь можно продолжить и еще раз подробнее. Во-первых, бизнесмен. Это интересно, потому что редко сочетается бизнесмен и художник в одном лице, причем оба талантливы. Как бы талант в обоих направлениях. Как уживалось в нем это? Он еще с детства такую жилку проявлял. Он часто рассказывал мне про свое детство. Как он, например, будучи еще 12-летним мальчиком, он придумал по шаббатам, ходил и разносил по квартирам лед. Поскольку шаббат все закрыто, продавал людям куски льда. Потом он придумал, ходил на стройку, поскольку годы были какие, он 45-го года рождения. Только в Израиле его привезли родители из Польши в 50-м году. Ну, 50-е, 60-е годы – это становление страны. Каждый гвоздь был на вес золота. Вот он ходил на стройки и предлагал свою работу. Он распрямлял гнутые гвозди, и за это ему платили какие-то копейки. Он придумал, он пошел в кинотеатр, ну, когда ему уже было лет 13, и крутил там вот эту бобину, фильмы, когда в те времена показывали. Но для того, чтобы сбежать пораньше на море с ребятами погулять, он вырезал куски фильмов. В общем, его на этом поймали. Он много придумывал. И как-то даже со школьной родителем своей маме он вдруг сказал, что у нас заболел учитель. Ему было некомфортно в этой конкретно школе, в которую он ходил. И нас распределили по группам, и мы дома все, меня назначили главой одной группы. И вот 7 мальчиков и девочек будут неделю у нас дома заниматься. И вот мама каждый день готовила им бутерброды, они сидели дома, и что-то он им там диктовал. Пока из школы не пришли, тогда телефонов не было, представители школы к ним домой. Спросили, а где, собственно, мальчик? Она говорит, ну как же, вы же их распределили. Говорит, да кто вам это сказал? Вот он сам такое придумывал. В общем, у него много было выдумок, и взрослый он человек, у него были потрясающие еще золотые руки. Он из дерева мог выточить какую-то невероятную скульптуру, он при этом говорил, да я просто убираю лишнее. И из чугуна он делал такие интересные очень работы. Рисовать он просто любил, И у него есть были даже работы, он мне показывал, где он 20 лет их нарисовал. Очень хорошие, кстати, грамотные. Вот рука такая чувствуется. Он никогда не учился живописи. В самой молодости служил он в армии, надо сказать, на военном флоте. И был, видимо, такой очень тоже остроумный. В армии он тоже устраивал им, боже мой, что он там устраивал, подложил офицеру, который его очень обидел, там, слабительные. В общем, он такое придумывал, он мне рассказывал. Жестковато. Да, вот. Но в результате он занимался очень много лет, потом дайвингом, подводным плаванием. И даже с Жаном Ивом Кусто, когда они уже были взрослые люди, они вместе вели курсы на Карибских островах. И вообще вот он был увлечен очень подводным плаванием много-много лет. И вот даже когда мы уже были вместе с ним, он нашел, некоторые находил вещи. Он любил ездить в Кесарию, вообще очень любил всякие исторические вещи, очень был привязан к таким археологическим раскопкам, знал много в истории. И вот он нырял у берегов Кесарии, и до сих пор вот в эти 90-е, 2000-е годы что-то находил, то монету какую-то римскую, то какую-то амфору. Вот, и он даже некоторые вещи, ну, он их отдавал, потому это по закону необходимо сдавать специальной организации археологической, но некоторые у нас лежали при входе в дом, в общем, и когда Ария, к сожалению, не стала, я позвонила в музей и просто все эти вещи туда отдала, вот, но это было очень интересно, человек, который, например, он был заядлым курильщиком, но в один прекрасный день он сказал: с сегодняшнего дня я не курю. И все. Это как отрезало. Это была у него удивительная воля. Он много лет прожил в Италии и работал там, потому что бизнес его был, он привозил сеты кухонь и мебельные сеты крупные в большие отели и в больницы. И потом он очень увлечен этим был, он это изучал. И у него были свои гиммики на эту тему. Он много рассказывал про Италию, про своих друзей итальянских. Говорил потрясающе по-итальянски. И он был похож на итальянца. И даже когда уже в бытность нашу с ним вместе, я забегу чуть вперед, мы сделали ему несколько выставок в Москве. Вот он ходил в этой черной шляпе и с красным шарфом. И его невольно, не сговариваясь, самые разные люди просто называли Аль Капоне. И мне даже говорили: ну где же Аль Капоне? Я так удивлялась: кто? Ну как же вы не знаете? С вами же ходит Аль Капоне. Это было очень забавно. Вот такой типаж был человека. Чувством юмора обладал. У него было 4 взрослых детей. Он был потрясающий отец. У него было 11 на тот момент внуков. Сегодня их уже больше. И он был потрясающий дедушка. Тоже им рассказывал всякие истории. Своим детям он рассказывал такую историю, сам придумал, про 2 мальчиков и девочек, которые с планеты на планету путешествовали. Он вот им рассказывал. Когда он это успевал, проводя время очень много в бизнесе, в то время же не было вот такого интернета. И когда, и, в общем, много проводил еще в путешествиях, и они на Синай много ездили для подводных всяких своих путешествий. Ну, когда-то успевал. Еще они были удивительны. Семья, конечно, но я познакомилась, вот, когда он прошел вот этот свой путь, нелегкий по жизни. И, как мне потом было известно, он был очень преданным мужем своей супруги, она серьезно болела. Он продал бизнес для того, чтобы быть только с ней. И 11 лет он был только ради нее. И это тоже обо многом говорит об этом человеке. И когда-то мне не очень было легко решиться, я уже была совершенно зрелый человек, самостоятельный, мне было чуть за 50, дети выросли. Мне не очень было легко перешагнуть этот рубеж и идти в дом к другому человеку жить. И я как-то ему сказала так осторожно: знаешь, позвони мне, пожалуйста, через несколько месяцев, вот я не готова. И вот Ария умел разбить любую догму самыми простыми словами. Он мне сказал: знаешь что, научись принимать вещи, которые приходят по жизни, а я уже здесь. И ты не смотри на меня, что я такой маленький. Он был невысокого роста очень. Я освободил для тебя свое плечо. И его плечо стоило дорогого. И какая-то вот эта фраза, самая простая, сказанная простыми словами, она во мне что-то вот прочистила, и все, и мне не оставалось ничего. И, в общем, я думаю, что и я ему много дала по жизни, и он мне. Я потом ушла, рано ушла на пенсию, потому что работа у меня была довольно сложная, выхолащивала, надо сказать, морально. Мне даже больница, в общем, ну, грубо сказать, приставила, дали своего частного психолога, чтобы я как-то могла выплескивать, потому что все, что касается пересадок, это и связь с семьей, у которой только-только скончался самый близкий человек, и, в общем, вскрытие, и все это обычно связано было с жизнью и смертью. Достаточно была сложная профессия, надо сказать, хотя я многому научилась по дороге. И больница меня очень много вложила, посылали меня за границу, и в Америку, и в Австрию. И я много училась на эту тему. Но вы же спасали жизни, на самом деле. Да, вы просто спасали жизни людей. Подойти к вы дарили жизнь фактически. Да, подойти к семье, у которой 3 часа назад скончался самый близкий человек, это надо как-то было внутренне очень психологически подготовиться. Бывали разные ситуации, у меня про это есть целая передача, надо сказать, и целая статья. И люди, когда читают, просто плачут. Ну, а что было делать? Это твоя работа. Это действительно, Володя, это вы правы. Когда вот семья мне подписывала соглашение, и я шла, это патологоанатомическая процедура тоже была на мне, вот эта операция, изъятие конкретных тканей, это практически операция. И ты, когда это делаешь, ты ощущаешь, и люди смотрят на тебя, люди, которые потеряли самое дорогое, это потрясающая ответственность, вот это ощущение, что ты сделал что-то огромное, это не просто, это была очень непростая работа, надо сказать. Вот, ну, про нее это отдельная история, я, в общем, когда-то выступала, кстати, в клубе ученых с этим. Вот. И я вернусь к Аре. Рисовать он не учился никогда, но он настолько удивительно какие-то вещи воспроизводил. У него была студия в доме. Он еще коллекционер. Он очень был действительно, вот я немножко себя перебью, связан со старинными вещами. Он чувствовал очень время, особенно он любил часы старинные. Для него вот бой часов, это было что-то. Он мог стоять в какой-то момент, и он мне говорил, послушай, а ведь ты знаешь, как время идет? Я чувствую время. У него удивительное было. И он ходил иногда по саду, и вместе с часами, и вместе слушал. Вот у нас был сад такой в доме. Как раз я хочу немножко вас, с вашего разрешения, перебить, что мы сейчас поговорим еще и о фильме, о документальном фильме, но вот здесь как раз фильм начинается с часов. Он, видимо, неспроста, я так понимаю, начинается он с часов, потому что там великолепная коллекция часов и очень занимательная коллекция, очень интересные экземпляры там показываются. Но все-таки я так понимаю, что собирать часы, это, наверное, не совсем так просто. Насобирать их можно, но следить за тем, чтобы все это работало. И вопрос к вам, кстати, как вы выдерживали весь этот бой часовой? Нет, все часы разом не работали в доме, надо сказать. Но вот каждый раз, когда мы были в какой-либо поездке, конечно, мы заходили, у коллекционеров это страсть. И он заходил, у меня папа был коллекционер, только открыток и картины, я знаю, что такое эта страсть. И мы заходили на антикварные рынки, он долго выбирал, покупал всегда какие-нибудь часы, при этом он мне говорил, зачем я покупаю, мне же некуда уже их вешать. У нас было 70 часов на стену. И все равно, конечно, покупал, привозил домой. И ходил с такой мыслью и с такими словами по дому. Вот теперь мне некуда вешать. Все равно, когда я умру, это никому будет не надо. И вот он все равно покупал и вешал. И мы периодически их включали, чтобы они жили. Когда-то я даже написала рассказ про это, если в 3 словах. Какое-то время эти часы у него висели в студии, в саду. А в этой студии, надо сказать, не особенно не проветривается. И зимой и очень влажно, и холодно в Израиле. И мне очень как-то стало жалко. Я ему сказала, Ария, тебе не жалко эти часы? Что они там? И вдруг он что-то услышал и стал по одному их всех заносить в дом. За один день он это сделал. Тогда еще было 60 часов в доме. И он их все разобрал, и собирал по этим винтикам. И по колесикам. Он умел, разбирался все сам. Да, он еще и умел. И потом он их что-то прочищал, и потом вешал. И вот в этом своем коротеньком рассказе я помню, что я написала, что я его сравнила. Помните, в сказке «Щелкунчик» вот эта девочка Марис, про которую вся история происходит, и которую Щелкунчик, который превратился в принца, спасал, к ним в дом, к этой Марии, приходил такой мастер, его звали господин Дроссельмайер. И он налаживал каждое Рождество в семье часы. Я не знаю, почему я с детства очень любила эту сказку «Щелкунчик», этот балет, и все знала просто наизусть. И с папой ходила в Большой театр несколько раз. И вот мне почему-то Ария напоминал вот этого Дроссельмайера всегда. Как он сидел, он такой был... Он похож был на Пьера Ришара. Вот даже мне друзья ему говорили: «О, Ришар твой пришел». И вот он сидел на полу и разбирал эти часы, иногда потом собирал. У него были друзья в Израиле, коллекционеры и мастера. Мастер по старинным часам. Это уникальнейшая профессия. Иди еще поищи таких. Вот. Так что дом наш был переполнен часами, и что-то в этом большое было. Мы не все сразу включали, нет. Но иногда он включал несколько штук, 10. Ну, мне нравилось, например, в этом что-то было гипнотическое такое. Это разный бой часов? Да, у них же разные бои, они же каждый какую-то свою историю прожили, эти часы. Вы же сами понимаете, некоторым там 100 лет было, может быть, больше. Из разных стран он привозил часы. Ну, в часах есть что-то магическое, согласитесь. Согласен, совершенно. Скажите, а эти все часы еще пока что в доме или уже какие-то? Нет, дома, к сожалению, нету. Как, кстати, Ария не стала 5,5, скоро уже 6 лет. В августе будет 6 лет, как его уже нет на этом свете. Но где-то вот он там на своих планетах, которые он рисовал, тоже эти планеты удивительные. И по завещанию его дом через 3 года, он так завещал, был продан. Поэтому все, что было в доме, поделили между детьми и мной. И кто-то из нас это дома держит. Я часть часов подарила, несколько в музее просто подарила, несколько друзьям хорошим. И, ну, 70 часов, если у тебя нет большого дома, их держать негде. И пускай лучше приносят счастье и удовольствие другим. Да, безусловно. Это продолжение жизни. Вы сами понимаете, да. Я хочу сейчас перейти немножко к творчеству Ария и на чем оно базировалось. И вообще, когда вот вы с ним познакомились, он уже был как бы установившимся художником со своим стилем, или вот он еще только продолжал искать себя в живописи? Вы знаете, он, поскольку он не учился, у него не было такого процесса поиска самого себя. Он, надо сказать, был совершенно самодостаточной личностью. Ему просто нравилось, и он вышел, бизнес продал, он, в общем, жил на то, что деньги как бы поступали сами, и он просто говорил: слушайте, я заработал 3 шекеля, чтобы пойти в Маколе, это маленький магазин, купить себе кусок хлеба, а все остальное я трачу вот на свою живопись. Так он с юмором говорил. И когда я с ним познакомилась, он рисовал какие-то непонятные планеты, на самом деле, вот такие очень фантасмагорические, цветные, с какими-то потоками, чего непонятно. Давайте я сейчас покажу парочку картин, чтобы зритель понял, о чем мы говорим. Сейчас, секундочку. Вот, мы показали несколько картин Ария. Как вы говорите, продолжайте, пожалуйста, описание. Меня как раз очаровали эти картины, тем более, что, ну, я достаточно тоже человек с фантазией. Я первый раз, когда зашла в его дом и в студию, я увидела эти картины. Лично мне они напомнили, у меня такие планеты снились мне в детстве. Вот такие сны с цветными планетами. А сны из детства, они иногда и во взрослом состоянии к нам, если вы знаете, приходят. Это какой-то был сон такой для меня очень вещий всегда. Редко снился уже во взрослом состоянии. Мы столько проживаем, что эти сны уходят, к сожалению, в подсознание, но иногда они и приходят. И вот я увидела эти планеты, я даже воскликнула, я говорю, откуда у вас мои планеты? Он мне потом говорит, ну ты даешь. И, в общем, когда уже мы стали вместе жить, у меня было вдруг ощущение, что какие-то холодные вот эти полотные. Я так невольно сказала однажды, и спонтанно очень, послушай, мне не хватает чего-то теплого, человеческого с этими планетами, что мы-то с ними как-то связаны. И вдруг смотрю, к нам приходит какая-то женщина, это художница, он пригласил. Он 2 недели брал у нее подряд каждый день уроки, как выписывать кисти рук. Потому что это достаточно сложная вещь. У меня до сих пор есть альбом, где там, не знаю, штук 40 этих больших фотографий с его руками, которые он учился вот выписывать. И он вписывал руки в эти планеты. И получилось, что как будто... Эти планеты, это какой-то космос, который творится некими руками, но руки-то человеческие. Было непонятно, чьи, ну, искусство есть искусство, каждый видит то, что видит. Но получились эти картины совсем другого плана. И даже были картины, как будто рука держит планету, и из планеты сочится кровь, как будто, ну, красная, скажем, жидкость. Угу. Такое ощущение, что планета вот и кровоточит, а вот чья-то рука ее поддерживает. Таких планет, у него было очень много таких картин. И он очень ими увлекался. Ну, и я сейчас еще раз покажем картину, вот, которую вы сказали нашим зрителям. И я хочу еще спросить, вы можете сказать, что вот в плане того, как он писал эти картины, я так понимаю, позже он перешел уже к другой тематике, но вот эти картины фантасмагорические, вы можете сказать, что вы в какой-то момент стали музой Арье? Ну, это громко про себя сказать, такую вещь. Ну, конечно, мы влияли друг на друга. И я, у меня, поскольку папа мой был физик, но он коллекционировал картины. И он дома в те вот годы, я себя девочкой помню, к нам приходили домой люди, папа читал лекции. Бесплатно тогда все это было. Там о Пикассо, о Ван Гоге, у него была коллекция открыток, он выстраивал эти открытки художественные и по ним читал людям лекции. И потом мы даже не знали какое-то время, он читал, оказывается, лекции в Третьяковской галерее. Его любимый художник был Саврасов при этом. И даже уже взрослые, будучи взрослой женщиной, я приезжала из Израиля уже в Третьяковку, и мне одна моя хорошая знакомая говорит, у меня для тебя сюрприз. Мы зашли там в зал Саврасова, выходит группа людей с... гидом, и тот говорит, вы знаете, вот несколько лет назад у нас был прекрасный человек, Ефим Лизардж Голлер, который читал про Саврасова лекции. И тут я помню, что я просто по стенке поползла, потому что мне это настолько шокировало, в хорошем смысле. Вот да, вдруг про моего папу говорят такое, настолько был увлеченный. Поэтому с детства меня тоже очень много водили в музеи на подобные лекции, и я научилась разбираться в живописи. Сама я не училась и не рисую. И поэтому к Арье у меня иногда были требования вот такие. Он иногда небрежничал, не дорабатывал, не доносил правильно мазки и так далее. И я помню, что одно время я зашла в роль критика, но быстро поняла, что этого делать не надо, что художник – это художник. Пусть он творит, даже если он не доделает, это не право ничье и не мое вмешиваться. Но у него еще была серия работ, очень важная, как люди разных конфессий молятся. Арабские образы, христиане, еврейские равы. В общем, это интересная очень была серия, там было 38 картин. Давайте я тоже парочку покажу. Я хочу вас сейчас спросить о том, как получился фильм и вся вот история, которая стала знаменитой, о 2 братьях, которые вдруг неожиданно встретились. То есть я не буду делать спойлер, но вот просто об этом потом получился фильм, но как это все вообще получилось в жизни? Вот как все в жизни иногда бывает, когда мы с вами живем свою мирную жизнь, и вдруг что-то. Да, я так понимаю, что вы были свидетелем того, как это случилось. Да, на нас это просто вот упало. Я этот день не забуду никогда, потому что в этот день родился мой первый внук. Это было в Иерусалиме, я провела там ночь, вернулась. И только говорю: Арье, пойдем в ресторан. У нас это был 12-й внук на нас. И вдруг звонок. Он отвечает на иврите, с кем-то разговаривает и поставил на громкую связь. Ему говорят: здравствуйте, Арье Перельман, мы с вами говорим из музея истории еврейства, из Варшавы. Я немножко заикаюсь, то, что говорили на иврите, я как-то автоматом сейчас перевожу. И мы вам хотим... Во-первых, они его спросили: а как вы себя чувствуете? Он говорит: ну, что вы, я не в том возрасте, когда такие вопросы задают. Он говорит: знаете, мы вам хотим сообщить, что вас нашел ваш родной брат. Он говорит: ну, у меня нет брата, это недоразумение. Искал вас 73 года, и вас усыновили в 47-м году во Вроцлаве. И вот на этой фразе он был очень сильный человек, Арье, очень. Он просто сел на траву, и у него руки дрожали. И это было очень трудно поверить, что это какая-то вдруг история, вот я клянусь, вот как землетрясение. И мы, конечно, проверили, чтобы это не была ошибка или, может быть, вообще какой-нибудь аферы. И это оказалось так. И был брат. И история, которую трудно сказать в 3 фразах, но когда после Второй мировой войны поляки убивали евреев, мы с вами знаем. И это тот самый был случай, когда их родителей убили, а детей было 3, детей разделили. Арье было 4 месяца на тот момент, поэтому, естественно, он про это ничего не знал. И так случилось, что усыновили их разные семьи, и их разлучили. А история самой... И родился он уже после войны, в 1945 году. А в саму войну пережили его родители, и старший брат, и старшая сестра. И история этих людей потрясающая. Они сбежали с гетто, они сидели в том поселке в своем родном 3 года в яме, не выходили, их кормила семья одна польская. И это история и история. И когда все это на нас вышло, потому что брат написал, оказывается, давно про эту книгу на польском языке. Книга называется «Комната». «Комната» – это яма по-польски. Мы ее перевели, все прочитали. У нас у всех просто шок от этого было. И, конечно, мы организовались поехать туда. А к нам в дом пришел... Ну, приходили просто наши друзья, мы это рассказывали. И пришел один молодой человек, Хаим Эдгар, он такой довольно известный кинорежиссер, документалист в Израиле. И он организовал от телевизионного канала команду репортеров, команду операторов. Их было человек 8. Если не больше. И они полетели с нами на эту встречу. Это была... Первая встреча была просто невозможная. Они встречались в Варшаве, в парке Шопена. Был жаркий день. И мы вот приближались к тому месту. А он попросил не снимать публично. Брата звали Адам Мерк. Мерк – это семья, которая его усыновила. Адам попросил не снимать, но тогда наши ребята сидели в кустах, ну, в прямом смысле слова, кстати, со своими камерами, своей аппаратурой, и сидели, снимали вот из скрытых мест этот момент, а я стояла у них за спиной, потому что у меня вот моральных не было сил подойти к брату, настолько это было разрывающе, разрывало сердце. Так вот эти наши ребята, которые все служили в боевых частях во время... когда служили в армии, они все сидели, обливались слезами. Настолько это было, вот снимает и плачет, сидит. Это надо было видеть вообще. Вот встреча состоялась, и мы провели с братом, с Адамом, с ним приехала его дочка. На тот момент он жил уже в Дании. Это уже целая история. И его жена с ним приехала. И мы провели с ними 10 дней. И мы ездили, у нас были 2 такие микроавтобуса-машины. Мы ездили по всем маленьким тем городам, вот, поселкам, где семья сидела в яме, где убили отца, где убили мать. Брат в свое время сделал серьезное очень расследование. Ездил в эти города, ездил в эти поселки, он всех допрашивал. Он очень основательный человек, он был преподавателем в университете в Копенгагене последние 40, по-моему, даже лет. Вот. И им было очень сложно, они похожи были очень друг на друга и по характеру, и даже в какой-то момент. И я бы даже сказала, вот такое простое слово, наехали один на другого. Жесткие они в чем-то очень были, сильные люди. И мне еще Ария говорит, ну ничего себе у него характер. Я говорю, да, ничего себе, а у тебя какой? И вот это была очень сильная встреча между ними. И вообще и ребята сняли потрясающий фильм, потрясающий. Но когда мы вернулись в Израиль, что-то стало у Арии, вот уходила жизнь из него, прямо вот что-то угасало очень серьезно. И он даже, он последние годы занимался бизнесом, он привозил из Италии кофеварочные машинки какие-то великолепные, он ими гордился очень, и кофе он при этом пил только из Италии, только с Виоле Национале, есть такая улица в Риме, и только там, на каком-то номере, есть был магазин, только оттуда он привозил зерна кофе. Ну, у профессионалов есть свой такой снобизм некоторых вещей. Они еще успели встретиться после? Нет, нет. И Ария вдруг мне говорит, Оля, смотри, машинка моя испортилась, кофеварочная. Он ей очень гордился. И говорит, знаешь что, раз она испортилась, наверное, и мне конец. Вот так он сказал. Я говорю, боже мой, что ты говоришь? Да, и он мне просто сказал, наверное, я всего этого все... Я не был готов к этому, я не знал, кто я есть. И он попросил меня написать Адаму письмо на английском языке. И это было такое очевидное письмо прощания. Хотя мы думали, что Адам приедет в Израиль лечиться. На то время у него было что лечить. Ну, в общем, через 2 недели Ария просто не стала от... Он не был здоровым человеком, но он был настолько веселый, жизнерадостный, что мало кто знал, сколько он пролежал в больницах, какие операции проходил до этого. Ну, этого по нему видно не было, на самом деле, это точно. И в больнице вечно все веселились около него. И вот его не стало в больнице уже от инфаркта. Сильный очень у него был обширный инфаркт, мгновенный. Я была с ним вот все время, и вот мне пришлось с этой новостью позвонить в Копенгаген, сообщить брату. Тот старше его на 10 лет. И он мне сказал, что я его искал 73 года и потерял, мне жить больше не для чего. И через 2 месяца он просто отказался принимать тот вид лечения, который он проходил на то время, и сказал, что мне не нужно больше поддерживать свою жизнь. И вот он так довольно быстро ушел. Ну, так сложилось. Кстати, была еще параллельная команда с польской стороны. Из Варшавы был тоже кинооператор, довольно известный у них, Войтек Лазаревич. И они тоже сняли фильм. Польские ребята, очень хороший фильм. Мы с ними очень дружили. Он попросил у меня разрешения, этот Войтек, потом приехать в Израиль, когда уже Ария не стало. И он закончил свой фильм уже в галерее, как-то он уже с детьми вообще разговаривал, интервью брал у всех. Он жил у меня в доме, удивительный такой тоже парень. И еще я подружилась очень с семьей Ария, брата, Садама, с женой и всей там семьей. У него дочери, я к ним летала и не один раз в Варшаву, и они приезжали в Израиль, и я к ним летала и в Копенгаген, и мы нашли общий язык. Я как бы этого и не искала на самом деле, но оно так сложилось, что очень теплая семья какая-то. У меня еще появилась, вот как есть у человека 2 крыла, его семья, у меня еще 3-е крыло появилось. А о сестре так и не... Вы говорили, что там сестра была, но о ней никак... Да, есть сестра, но это очень драматическая история, когда они сидели в яме, сбежав из гетто. Там мама с папой, и, в общем, жизнь продолжается, и сын, Адам с ними тоже там сидел в этой яме. Но там мама зачала ребенка, а родить ребенка в яме невозможно. Вот он нам сам рассказывал, как они тащили маму на кухню вот этой польской семьи, как прошли роды. И младенца нельзя воспитывать и вообще растить в яме, поэтому отец ее завернул вот в то, что было, буквально в какую-то тряпицу, и положил на крыльцо дома польской семьи, написал, вот мы семья Кюнцлих у них, family Кюнцлих, такая была фамилия, это наш ребенок, сохраните нам ее до конца войны. Вот такое письмо оставил людям, Я вот часто думаю, кто знал, что такое будет конец войны, что это вообще, как это, что это все такое, это все пережить. И они такие, она выросла в этой семье, девочка, когда кончилась. А это была католическая семья, кстати. И они ее любили, она любила эту семью. И когда война кончилась, мама приехала в эту семью, Аре. Но девочка ее испугалась и убежала, она ничего не знала. И она не стала ее травмировать. И потом уже, когда мать поляки тоже убили, того же страшным образом. И Адам уже потом нашел эту девочку, но она выросла в католической семье. У нее было такое раздвоение личности в какой-то момент. Она не признавала себя еврейкой, тем более там, видимо, был такой антиеврейский настрой в семье. У нее этот конфликт внутренний присутствовал очень много лет. Но мы ее видели, когда были в Варшаве, мы встречались. Она не очень здоровый человек, но мы встречались, и она к нам отдельно в гостиницу приезжала, с ее детьми встречались. В частности, с ее дочерью, с ее внуком одним. Я тоже очень дружу. И даже мы минувший Крисмас, я была в Варшаве, и они приехали со мной навстречу. У нас очень теплые отношения. Ну, видите ли, в тех условиях, в которых эта женщина родилась, ну, тоже какие претензии, в общем, могут быть, какие травмы люди прошли. Нет, никто претензий не предъявляет. Просто да, да. Вы сказали, что была сестра. И, вот сестра родилась в таких условиях, ей было всю жизнь сложно. Она, кстати, художница тоже, и совсем интересная художница. Вот. Ну, вот такая история печальная. Я надеюсь, что история у этого всего будет иметь свое продолжение, а не закончится именно на этом. Скажите, пожалуйста, уже подводя, так сказать, итог, почему вы бы рекомендовали посмотреть этот фильм зрителям здесь, в Бостоне, в Америке, евреям американским? Знаете, это не только евреям, но если уж мы говорим про еврейское комьюнити, потому что... К сожалению, скажу, что история повторяется, и вообще свои корни, историю надо знать. И иногда кажется, что это только осталось на экранах телевидения или на страницах книг, а история, она очень живая. И вот эта Вторая мировая война через сколько лет достала, нагнала этих двух братьев, вот так они встретились, закрыли каждый круг своей жизни, вот судьба так их предназначалась им. Да, надо этот фильм смотреть, чтобы не забывать, не забывать. Потому что то, что еще мы все сегодня проходим в мире... Да, как раз о том, что проходит в мире. Хотел узнать, вот сейчас вы в Израиле, как вот, скажем так, обыкновенные израильтяне, что они говорят, что они чувствуют, что они думают, как они переживают сейчас вот эту тяжелую ситуацию в Израиле, связанную с войной с Хамасом? Да это просто живет в глазах у каждого, понимаете, где бы мы ни встречались. Есть потихоньку жизнь вырулила на свои предыдущие, казалось бы, рельсы. Люди ходят на работу, дети бегают в садики, в школы, люди ездят за границу, вот сейчас в Песах многие путешествуют, люди ходят на концерты, в театры. Но так или иначе, куда бы вы ни пошли, особенно в Израиле, вот этот известный плакат, где вот эти похищенные люди... Bring them home, и потом, конечно, в самом Израиле на политическом уровне происходит, я это сейчас обсуждать не буду, но поскольку на страна демократическая, очень серьезные конфликты, и людей это очень беспокоит. Мы не знаем, что происходит. Люди очень тревожны, потому что они до сих пор не согласны и не понимают, почему это случилось, и как так случилось, что это допустили. И тем не менее, очень многие, вот я вчера была в галерее художественной у своих друзей, они ведут постоянные семинары с людьми, которых выселили из тех кибуцов Южного Израиля, где люди пережили страшнейшие совершенно испытания. Те, кто остались живых, им предоставили квартиры в центре Тель-Авива, они там живут. Но очень многие организации, люди, как волонтеры, и даже фонды для этого тоже выделены, платят людям, ведут с ними и психологические всякие тренинги, и просто люди приходят в студии, рисуют, и люди рассказывают, и они потихоньку открывают. Вот я вчера была свидетелем, они открывались, вот одна пара семейная, вот они рассказывали, как они прятать, и тут ты вдруг понимаешь, что вот до мурашек все это даже слов нет. Ни на каком языке передать, что ты вдруг начинаешь. А ты вот сидишь и просто сел в машину, ах, черт, у тебя кончился бензин, или какая-то мелочь тебя заботит и злит, и ты вдруг понимаешь, боже, какая все это мелочь и ерунда. Ну, плюс есть вокруг меня люди и знакомые, у которых в этом еще в Газе сидят самые близкие люди, их семья, и это у них в семье, это у них живет. Понимаете, это у них, ждут освобождения родных, которых да, и это очень драматично. Очень много мест в Израиле посвящено этому. И очень много. И я не думаю, ни один человек мимо не прошел. Это везде и у детей, и у взрослых. И кстати, мы до сих пор не находимся в состоянии мира. Это все волнует всех. Ну вот рутина. Люди живут как бы, вот вы заедете в город, гудки машин, магазины работают, кафе открыты, кафе. Я недавно ходила вот в Дизингоф площадь, где фонтан в центре Тель-Авива. Около этого фонтана много фотографий погибших, похищенных. И это такое прямо знаковое место стало. И вокруг этой площади очень много кафе. Я даже сделала видео. Нет живого места, ни одного стула, ни полстула. Да, это столько людей. Всем как будто еще вдвойне захотелось сидеть, шуметь, обнять друзей, там, выпить фужер вина. Да. И я хочу все-таки закончить немножко на такой доброй ноте. Пожалуйста, по традиции, любимый рецепт или рецепт вашей любимой яичницы. У меня, кстати, есть рецепт, который я сама очень люблю, и он, правда, очень особенный. Берется лук репчатый, мелко режется, поджаривается до золотого такого состояния позолоченного. Я его отдельно перекладываю в тарелочку. Туда же я мелко режу помидор целый, тоже его поджариваю. Потом все это перемешиваю. Беру черный хлеб. Так я люблю. Меня этому научили, кстати, в Тбилиси. Это не грузинская кухня, но меня подруга в Тбилиси научила это. Мелкими кусочками режу черный хлеб, поджариваю, как маленькие сухарики. И вот потом, я вот в этот перемешанный лук с помидорами, я перчу, солю, так, и потом яйца разбиваю прямо на эти сухарики, сверху кладу вот этот лук с помидорами перемешанный, и вот несколько минут она поджарится, и потом, конечно, зелень надо покрошить, ну и кто любит там какой-то еще соус, очень вкусно, очень советую, правда. Это не раз, это не на раз сделать, не то, что там 3 минуты, но в этом есть удовольствие такое сотворить. Я всем своим гостей угощаю, и всем нравится. Это уже, то есть, это не поесть, это действительно процесс насладиться. Ну, это вкусно, еду, попробуйте. Да. Это не просто пожевать на ходу завтрак. На ходу нет. Ну, вот так. Что ж, отличный рецепт. Большое вам спасибо. Еще раз напоминаю, что с нами была Ольга Голлер, жена художника из Израиля Арье Перельмана. Участница... Знаете, да. Можно, извини, ничего, что я сказала? Да, пожалуйста, пожалуйста. На свободный разговор, не беспокойтесь. Хотела просто сказать, что когда мы говорили о том, как живут израильтяне, и каждый из нас искал, а что я могу сделать. И вот я помню, что я ехала просто по дороге и по радио услышала, в каком-то месте чего-то не хватает. Я заехала в один... Воды там не хватало, обыкновенно питьевой. И как раз воды уже не было. Я 3 магазина объездила, не было. Все скупили, видимо, эту питьевую в бутылках воду. Я заехала еще в последний магазин. Он мне говорит, вы знаете, у меня осталось там на складе несколько ящиков. Вам сколько? Я говорю, вот сколько в машину влезет. И вот он бегал, весь багажник, все мне заставил. Я это отвезла в то место, это около университета было такое место, и есть Экспо. Там собирали не только воду, 2 недели я туда ездила, просто волонтерить в это место, вот как-то быть с кем-то плечом к плечу. И знаю, что и ваши друзья сейчас, кстати, здесь из Бостона приехали, я с ними тут уже встречалась в Тель-Авиве, они здесь волонтерят, приехали специально поработать. Ну, в общем, просто к тому, что это очень важно, ощущать, что ты что-то делаешь. Большое вам спасибо еще раз. И, друзья, если вы хотите тоже почувствовать себя людьми, не стоящими в стороне, а помогающими, опять-таки, наш сайт центрмакор.орг, нажмите и выберите, на что вы хотите оказать вашу помощь, на какую цель. Вы можете перевести любые средства. Все средства 100% будут отправлены по назначению, как вы этого пожелали. Оля, еще раз большое-большое вам спасибо. Я надеюсь, что все-таки это была наша далеко не первая, но и не последняя встреча. И что мы вас увидим еще раз в Бостоне. А мы предлагаем зрителям посмотреть, следить за нашими объявлениями, потому что сейчас, благодаря вам, мы получили разрешение на показы фильма «Потерянные братья», Lost Brothers. И благотворительные показы будут проходить в разных местах, в разных синагогах. Следите за нашими объявлениями.